А вот еще попадаются такие домики без окон, без дверей. Я не знаю, что это такое. Попытаться спросить у местного. Апайни? Уапытай. Уапытай. Уапытай? Патай. Окей. Понятнее не стало. Okay, can I see? Yeah. Ой, там птички кричат. Это что, скворечник такой? Серьезно, с этой стороны тоже нет никаких окон. И там действительно кричат птицы. Birds? Причем даже по дороге проезжаешь между населенными пунктами, просто вот ничего нет, лес, полянка, и там вот такой вот домик без окон, без дверей. Я выяснил, что это такое, и как бы вам это рассказать, это ферма птичьих гнезд. В этом регионе есть особые стрижи, которые делают съедобные гнезда. Они применяются в традиционной китайской медицине и считаются очень полезными. Китайцы считают слюну этих птичек просто панацеей от всех болезней. Официальная медицина ее полезность не очень доказана, кстати. В основном из этих гнездышек варят суп. Естественно, суп дорогой, и гнезда эти очень дорогие, и в первую очередь они экспортируются в Китай, конечно же. Как индонезийцы заманивают в эти домики именно тех самых птиц, а не всех подряд, я не знаю.